Одесская область заканчивает жатву. Аграрии собрали в этом сезоне уже 3 миллиона 200 тысяч тонн зерновых. На полях осталось совсем немного, около 300 тысяч тонн. Урожайность 30 центнеров с гектара. Это чуть больше, чем в прошлом году. Картошки собрали около 500 тысяч тонн. Этого более чем достаточно, даже без учета той, которую привозят из других регионов. По словам чиновников, экономически обоснованная цена картошки от 3 гривен 70 копеек до 4,5 гривен за килограмм. Зібрано 509,7 тисяч тонн картоплі. Це 101,5% до минулого року. І така кількість урожаю дає можливість забезпечити потреби населення області в цьому продукті харчування і сформувати насіннєві фонди.